Мы инстинктивно опасаемся воды, когда решаемся искупаться в глубоких водах, особенно в открытом океане, поскольку понимаем, что там могут плавать действительно крупные животные, способные проглотить нас. И как известно, киты являются самыми крупными животными на Земле. И в голову приходит вполне разумный вопрос: может ли кит проглотить человека? Если да, то какой из них? Китовые акулы. Хоть они и называются китовыми, но они не являются китами, название им дано благодаря их размерам. Китовые акулы действительно большие, и они крупнейшие рыбы на нашей планете. Их рты вширь могут достигать до 1,5 метра, и они способны каждый час проглатывать до 600 кубических метров воды. Эти акулы в основном питаются планктоном, мелкими рачками, но не крупной добычей, и тем более человеком, ведь у них пищевод всего около 10 сантиметров в диаметре. В 2010 году ученые провели исследование, которое было нацелено на кормление и поведение китовых акул. Они сообщили, что на самом деле они перед китовыми акулами бросали рис, пропитанный морской водой, который попадал в их открытый рот. Они выплевывали рис, как только он оказывался во рту. Они также перед ними бросали водоросли, и они также выплевывали их. Эти акулы знают, что они не могут вас есть, и они часто закрывают свои рты возле большой добычи, как люди или большой рыбой. Но если они случайно вас проглотят, что бы произошло? Филипп Мот, исследователь из Университета Южной Флориды, ответил: акула немедленно выплюнет человека. Хорошо, китовые акулы не способны проглотить человека. Но как насчет зубатых китов? Они иногда глотают добычу целиком, так что человек может уместиться в их пищеводе. В то время как большинство китов не в состоянии проглотить человека, однако есть один вид кита, который способен проглотить человека при определенных обстоятельствах. Этот кит известен как кашалот. Кашалоты иногда проглатывают кальмара целиком, так что определенно они могут проглотить человека. Но на самом деле это маловероятно. Кашалоты имеют 4-камерный желудок, как у коровы, в котором полно пищеварительных ферментов. Кроме того, внутри желудка нет воздуха. Один ученый изучал этот вопрос и сообщил: если внутри кита есть газ, вероятно, это метан, и вам он точно не поможет. Мы знаем, что в китах может содержаться некоторое количество газа. У них действительно есть загазованные карманы, но это не воздух, этим нельзя дышать. В то время как эти киты имеют широкие глотки, что позволяет им с большей легкостью проглотить человека, во время своей охоты эти киты погружаются на несколько сотен метров, до 1 километра. Что гораздо глубже, чем человек умеет плавать. Это говорит о том, что вероятность быть проглоченным кашалотом невероятно мала. Касатки. Помимо кашалота есть еще касатка, это не кит, но самый большой из всех дельфинов, который также теоретически может съесть человека, поскольку у него есть зубы, которые предназначены для разрывания плоти млекопитающих. Эти дельфины известны тем, что поедают мясо морских животных, таких как морские котики, тюлени, морские выдры, белые медведи и киты. Хотя у них есть острые зубы, которые могут легко использоваться для расчленения человеческой плоти, эти дельфины никогда не проявляли желания полакомиться людьми, и таким образом, скорее всего, они не будут есть человека. В то время как были редкие случаи, когда касатки нападали на людей, эти нападения часто вызваны тем, что касатки содержались в неволе, где они становились агрессивными из-за их изолированности от естественной среды обитания в течение длительного времени. Более подробно о нападениях касаток вы можете узнать в нашем другом ролике, ссылка вверху. Синие киты. Внешний синий кит больше похож на то животное, которое способно проглотить человека целиком, если учесть, что это самое крупное животное на Земле. Но тут также есть свои ограничения. Он использует свой китовый ус для просеивания очень маленьких животных, и поэтому биологи считают, что он не может проглотить человека. Кроме того, его пищевод обычно в диаметре всего несколько сантиметров, так что сомнительно, что он может расшириться достаточно, чтобы позволить человеку пройти через него. Диаметр горла синего кита находится в диапазоне от футбольного до баскетбольного мяча. Поэтому вполне возможно, что синий кит может проглотить только маленького ребенка. Но они не привыкли глотать подобные объекты, поэтому они с большей вероятностью просто выплюнут ребенка наружу. Итак,
И всех китов, только у кашалота есть все физические атрибуты, чтобы можно было бы проглотить человека. Есть несколько историй, когда кашалоты проглатывали людей, и те выживали. Начиная от библейского пророка Иона и заканчивая историей о Джеймсе Бартли. Более подробно о них на нашем сайте, ссылка в описании. Но человеку действительно не выжить в желудке кашалота, и вот почему. Во-первых, человеку невозможно будет избежать зубов животного до того, как он будет проглочен. Однозначно появятся рваные раны. Во-вторых, в желудке нет кислорода, о чем мы говорили раньше. В-третьих, даже если бы желудок был бы пробит гарпуном для поступления воздуха в него, окружающие ткани бы сомкнули отверстие и не давали бы поступать воздух, при том, что кит должен находиться на поверхности для забора воздуха. Но тем не менее, бывали случаи, когда киты практически проглатывали людей, но потом их выплевывали. 16 ноября 2016 года в Норвегии водолаз снимал касаток в Баренцевом море и неожиданно заснял момент, когда горбатый кит охотился на сельдь. На этих кадрах, которые он записал сам, видно, как он плывет среди сельди, в то время как кит буквально в сантиметрах выныривает возле него. Дайвер сказал, что он почти был проглочен китом. Он уверен, что это не произошло благодаря умелому маневрированию горбатого кита, что и спасло ему жизнь. Кит точно знал, что он делает, и сумел избежать меня. Эти существа очень умны, сказал он. В феврале 2019 года опытный южноафриканский ныряльщик и фотограф дикой природы во время подводного плавания у порта Элизабет, ВЮА, фактически оказался во рту 15-тонного кита, известного как полосатик Брайда. Он и его команда стали свидетелями миграции сардин и того, как косяк рыб атакуют пингвины, дельфины, колуши, акулы и киты. Разделившись на две команды, Рейнер направил свою прямо в океан, что было примерно 20 морских милей от береговой линии. Наблюдая за бурлящим хаосом в море, он невольно стал добычей одного из китов. К счастью, он оказался в ловушке всего на 2 секунды, после чего кит отпустил его. Невероятную сцену запечатлел фотограф Хайнс, который находился в соседней лодке с женой. Я просто держал себя в руках и успокаивался, чтобы не паниковать, и это сработало, сказал Райнер. Он выплюнул меня, и все были счастливы. Моя вторая мысль заключалась в том, что очевидно, что он не сможет проглотить меня, потому что горло кита недостаточно велико, чтобы проглотить человека. И моей следующей мыслью было то, что он, скорее всего, собирается нырнуть со мной, вспоминал он. Осмотр тела показал, что у него даже не было ни единого синяка. Он вернулся в воду через несколько минут. Над ним пошутили, что он может стать первым человеком после библейского Ионы, который попал в пасть кита и выжил. «Я показал фото своему сыну, и он был впечатлен», — сказал он. «И вы никогда не догадаетесь, как его зовут. Иона». Итог. Только кашалот чисто теоретически способен проглотить человека, но такого никогда не происходило. Если же вы решили поплавать в открытом океане, убедитесь, что поблизости нет планктона и мелкой рыбы, что может привлечь китов и китовую акулу, чтобы случайно не быть изжеванным и выплюнутым на поверхность воды. На этом все о китах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.